Здравствуйте, друзья! Мы сегодня на проекте Homeless Garden с друзьями. Мы редко видимся. Да, вот тут у нас уточки. Ты сладкие. Ты смотри, как они там крылышками. Уточки. Мы, конечно, за клубничкой. Сами знаете, у нас тут в основном-то интерес чисто клубничный. Так. Ну, что тут? Так. Господи. Поеденная капуста такая, вся листики поеденные. Даже не знаю, что там такое. Я спросил у начальника, я говорю, чего есть, кроме клубники? Он говорит, так, говорит, особо ничего и нет. Цветы, говорит, есть. И скваши, ну, тыквы. Тыквы даже он бесплатные, сколько хочешь там, пожалуйста, можно насобирать. Но я не знаю, ни мы, ни наши гости не заинтересовались. А вот видите, тут какие-то цветы. Они, кстати, пахнут. А, floral mix. Окей. Календула. Стро, фло. Черт я знаю, что это. В общем, цветы какие-то, надо разбираться. Вот, тут, наверное, студенты ходят и всякий мусор подбирают. So you're volunteering here? Yeah, I am. So you're a student? Yeah. Well, I have it as a general requirement, but okay. It's also very nice here. Okay. Yeah. Thank you. What do you study? What's your major? I'm in a master's program for occupational therapy. Wow. Okay. Good luck. Thank you. Occupational. Да, она occupational therapy, на мастера учится. Да. Ну что, вот она, клубничка-то. Сейчас пойдем что-нибудь пособираем. Ой. Так. Мы, конечно, пришли, что называется, к шапочному разбору. К шапочному разбору. Потому что сейчас где-нибудь уже часа, наверное, два. Давайте на ваши глаза. Съем. Тут еще есть симпатичные. Так. Окей. Так вот. Понимаете, что интересно? С одной стороны, вроде бы, думаешь. Да, тут хорошо, кстати, тут много. С одной стороны, думаешь, надо бы помыть. И у меня есть с собой бутылочка. С другой стороны, должен сказать, что на вкусе очень резко сказывается. Вот не мытая, намного вкуснее. Чем это объяснить, я не знаю. Вот. Ну давайте помоем тоже. Помоем. Есть у меня бутылочка. Так. Сейчас я вам покажу. Единственное, что снимать это все тяжело, потому что вот тут у меня бутылочка, тут у меня камера. И как это все, даже я не знаю. Так, зажму камеру под мышкой. Так вот, о, вот так. Представляете, как сложно все. Хорошо, друзья. Хорошо. Да. Вообще, хочу сказать, как тесен мир. Вот Семен, например, с моим братом старшим учился в одной группе на мехмате МГУ. Да, было такое. Это было на кафедре химической механики, да? Ну как тесен, друзья, мир. Вся кафедра, небось, в Америке-то, нет? Многие, да. Действительно. Кто сейчас, друзья, из наших зрителей скажет, зачем вообще нужна химическая механика? Сейчас всем подавай искусственный интеллект. Да.
Ой. И продолжая тему о том, как тесен мир, вот хочу сказать, что Елена у нас в школе преподавала, фулл-тайм работником была. Сколько лет была? Лет 20. Как не была фулл-тайм? Она была фулл-тайм, конечно. Я еще в офисе даже резюме делала. Да, так, была. Я никогда не собирала. Ну вот, видите как, значит, Елена delivered, что называется, то, по-нашему, родила двух мальчиков, близнецов. Мальчик и еще один мальчик. Да, дело было давно. Ну, да, как и пришла к нам работать с двумя мальчиками. Да. В запасе. Да. А мальчикам уже сколько лет? Мальчикам уже... Слушай, уже столько лет прошло, друзья. Вот, значит, я... А я тут ищу. Да. Подожди, а ты вот так всю жизнь и проработала в этом Ситриксе, или как он там назывался? Ну, вначале я была в Террасе, а потом его купила в Ситрикс. Так. И я там проработала, но я сменила разные профессии за время пребывания в Ситриксе. В этом Ситриксе. Так. Да. Я сменила разные профессии. А он до сих пор существует? Ситрикс существует. А кем ты работаешь? Product management я теперь. То есть я была в маркетинге, я была solution architect, слушай, я была куча. А было время там вообще только из Индии народ-то и был, нет? Ну, там много у нас, у нас же офис в Индии. Ну да. У нас же больше половины народа. Так. Бангалоре. А что ж ты это не ешь ягодки? Это так, ты все в коробочку. Ну просил же, я по человеку ему отнесу, коробочку. А потом буду. Он набрал себе коробочку. А он набрал? Mm-hmm. Да. Вот, друзья, вот это специфика мехмата. Знаешь, так он тихонечко, раз, никто и не знает. Я сегодня, друзья, без моего поролонового чехла на камере, поэтому, если ветерок где-то вы будете слышать, то я приношу извинения. Но сейчас ветра особо так вот нет, чтобы у меня возникали какие-то серьезные опасения. Да. Так я вам просто для эрудиции показываю, что тут еще растет. Да. Вот оно, друзья, американское сельское хозяйство. Так, Романеско Пунто-Верде. О как. Надо же так назвать листики-то. Вот, ну что, я подъел немножко клубнички. Сколько там нужно? Не говоря о том, что диабет как бы такая штука, когда даже с клубничкой надо, в общем-то, осторожненько, по чуть-чуть и... Желательно с утречка. Да, вот эти ребятки себе собирают. Чуть-чуть. Вот у них чуть-чуть собралось. Остальные вот в поле. Видите, втыкают такие штучки в землю, чтобы они крутились и отпугивали птичек. Интересно. Видите, втыкают такие штучки в землю, чтобы они крутились и отпугивали птичек. Интересно. Коробочки. А это Светин урожай. У нас тут есть такая мисочка. Вот она складная. Ее можно так раз и сделать плоской. Вот Света собрала. Вот ребята тоже набрали. Вот, Миша, смотри. Пожалуйста. Вкусная клубничка, Света? Да. Видите, Света решила его разложить по корзиночкам. И получается, что корзиночек не хватило. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И тут еще на три корзиночки, наверное, будет. Считай, 10 корзиночек. Нифига себе, там на полтинничек набрали.